Всем привет! Чего-то у нас давно на канале не было обзоров. И вот сегодня давайте исправим эту ситуацию. У нас сегодня на обзоре будет легенда Ямала. Две таких консервы, ряпушка и ясь. Ясь обжаренный у нас в томатном соусе, и ряпушка сибирская разделанная, обжаренная тоже в томатном соусе. Эти консервы приехали ко мне в Крым прямо с Ямала. Это подарок от моего друга, одноклассника. Олежка, большое тебе спасибо. Ну, давайте начнем, наверное, с язи. Вот так выглядит этикетка. Давайте посмотрим составчик. Ясь обжаренный в томатном соусе. Состав: рыба, томатный соус, вода питьевая, паста томатная 30%, масло растительное, подсолнечное, сахар, мука пшеничная, поваренная соль, лук сушеный. Уксусная кислота, понятно, это у нас как консервант идет, и регулятор кислотности. Перец черный, перец душистый, кориандр, гвоздика, лист лавровый. Все, то есть состав идеальный, просто. Масса рыбы 168 грамм, изготовлена по ГОСТу. Всего 240 грамм. Ну, давайте откроем, хотя нет, давайте посмотрим сразу состав ряпушки. Я думаю, тут составчик будет тот же самый. Ряпушка сибирская разделанная, обжаренная в томатном соусе. Томатный соус, вода, томатная паста, лук. Ну, в принципе, то же самое, да? Перец душистый, кориандр, гвоздика. Практически тот же самый состав. Можете поставить на паузу и прочитать подробнее. Изготовитель у нас ООО «Салехардский комбинат». Ну и здесь, соответственно, то же самое. Ну, давайте с ряпушки попробуем. Раз она первая под руку попалась. Конечно же, мы позовем наших главных дегустаторов. Но сначала я вам хочу показать, как она выглядит на камеру. Выглядит очень аппетитно. Смотрите, как красиво все уложено. Тушки достаточно большие, реально большие. Это вам не килька, это у нас ряпушка. Давайте я сейчас попробую кусочек. И потом отдадим все это главным дегустаторам. Очень вкусно. Знаете, очень-очень нежная рыба. Я никогда до этого не ел ряпушку. Ну, в принципе, ясь я тоже никогда не ел. У нас тут что, килька, бычки. Очень нежная, очень вкусная рыба. Очень сбалансированный вкус, соус очень вкусный. То есть, ну, изготовителю громадный плюс. Очень-очень вкусно. На хлебушек сейчас бы намазать. И в одиночку сточить банок 5. Ну, а вот так выглядит у нас ясь. Так, соус. Тоже очень большие куски. Никаких... Да, смотрите. Да, забыл сказать про запах. Запах очень приятный. А вкус — это чудо. И они разные. Знаете, иной раз возьмешь там разных консерв одного производителя, открываешь, а внутри как будто одно и то же. Как будто вообще вот с одной бочки. Ничем не отличается. Здесь чувствуется, но тут чувствуется прям вот речная рыба. Очень вкусно. Обалдеть. Ряпушка. А ряпушка — песня. Она прям во рту тает. Ну вот, наши дегустаторы в сборе. И давайте дадим им попробовать. Вот смотрите, вот эта рыбка ясь, а вот эта рыбка ряпушка. Попробуйте сначала ряпушку. Ну как? Вкусно. Вкусно. Очень вкусная? Да. Да. Ну а теперь попробуйте вот ясь. И скажите, как вам ясь? Ну и что кому больше понравилось? Тоже вкусно. А какая больше понравилась? Ясь или ряпушка? Не ряпушка. 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 Мне тоже. А нашей маме больше понравился ясь. Но трое против одного, мы выбираем ряпушку. Не, ну вообще обалденно вкусно и та, и та. Так что, ребята, будете у нас на Колыме, да? Так что, если вы увидите где-то вот такие консервы ямальские, легенда Ямала, покупайте, не задумываясь. Очень вкусная рыба, очень вкусные консервы. Очень жаль, что у нас они не продаются. Блин, покупали бы. Топчик, конечно. Очень вкусно. На этом все. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Подписываемся на канал. Пока-пока. Пока-пока. Да, котик наш тоже оценил.
облизывается. С каким удовольствием, смотрите. Ну да, ряпушка она вкусная.